Владивосток готов встретить традиционный международный турнир по современному панкратиону. В 2019 году бои возвращаются на историческую площадку во Владивостокский цирк. В октагон выйдут российские и зарубежные спортсмены. В том числе за победу сразятся и самые известные приморские бойцы. Ожидания от боя, так сказать, в бою увидим. Ну, вообще, планирую отодраться, так сказать, всю дорогу, 2 раунда. А там уже как повезет. Если повезет, то закончу бой досрочно. Досрочно хочу закончить удушающим приемом. Конечно, заряжен на победу. Поражение никак мне не нужно. Будем делать все, чтобы победить. У человека всегда должно быть на бой несколько планов. Если один план не срабатывает, нужно будет пробовать что-то другое. Увидим, завтра все будет. Ведущим турнира станет лучший ринганонсер страны Александр Загорский. Помимо приезда именитого ведущего, зрителей ждет и масса других ярких моментов. 8 поединков, 16 сильнейших бойцов из Дальнего Востока, Южной Кореи и Китая. Большинство спортсменов знают и любят в Приморье. Самая ожидаемая битва с участием титулованного чемпиона Геннадия Ковалева. На ринг против него выйдет Боян из Китая. Соперник у меня хороший рекорд, у него около 20 боев. Недооценил соперника никогда не надо, то есть он вышел тоже выигрывать, вышел драться. Делать какой-то конкретный план, и если что-то пойдет не так, то плохо потом может оказаться. Ну как ожидание, как чувствуете, все-таки победа за вами будет? Конечно, я вышел побеждать. Бойцы успешно прошли взвешивание и теперь готовятся к бою, а поклонники миксфайта в ожидании интересных и непредсказуемых схваток, как между соотечественниками, так и между спортсменами России, Кореи и Китая. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости спорта на 8.